Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в Фергану на стадионе «Стекло Луна». От Виталия Левченко, в воротах Акбар Тураев, номер 45, три центральных защитника. Алексей Ларин, 26-й по центру, Мухсин Убайдуллаев, 27. В атаке Тома Табададзе. Табадзе 22-й и Улугбек Хашимов 9-й. 7-й и 7-й номера соответственно. Тройка атакующих хавбеков. Сардо Рашидов 9-й справа. Азизбек Тургунбаев 8-й слева. Достонбек Хамдамов 17-й играет в центре под нападающим. И Драгон Черен под номером 10 с капитанской повязкой сегодня на позиции страйкера. Игра у нас началась. Пахтакор с мячом на своей половине поля справа от нас. И... Меня зовут Атабек Джураев, я ваш комментатор на русском языке. Айл Абдулла Нурманов, мой коллега, эту встречу для вас комментирует на узбекском языке. Ильгиза Танташева я вам тоже назову, это главный рефери. Александр Сидоров, Бахтер Шавкатов, это два лайнсмена, которые ему помогают на бровках. Гайр бегает по полю, а там уже как болельщики будут на тебя реагировать. Пахтакор летит свою атаку, здорово. Тургунбаев протащил мяч, сохранил его, готовит передачу штрафную, мяч уже там. И Фарух Сафиев не сам стал бить, хотя у него поставленный удар. Кто вдруг... Так, они продолжают идти вперед. Лезут через левую бровочку. Асмедина подкат не прошел. Атака продолжается. Мяч штрафной. И Достон Турсунов здесь выносит мяч за пределы поля. Ну что ж, полчаса у нас прошли. Это уже точно. Здесь мяч не попал в руку. Ну, по крайней мере, с этого ракурса. Если нам намекает на то, что там потенциально возможно. Ламов. О, какой навес интересный. Для Куватова это, конечно, разминка. Оп. Нашел Сафиева. А Фарух там сейчас что-нибудь да придумает. А он придумал пас на Драгона Черена. Хороший, кстати. От Хамзода. Табадзе работает. Идет, не уйдет. Пока не ушел от Азмединова, Куватов и... Как-то неудачно Куватов сыграл. А тут опасно! И счет мог стать! 1-0! Вот это подарок-то, а, Санжар придумал сейчас. Ну, наверное, посчитал, что вечер у нас томный. Думаешь, что это такое? Ну, давайте, вот такой номер в окна. Обороняется Нефча, обратите внимание, как они здорово двигаются без мяча. Тургунбаев одного обыграл, второго не смог. И в контратаку бы сбегать, а? Давай. И прошла-то вроде бы передача. И Табадзе перед ним, кто там, по позиции Сафиев. Но это Азмединов на самом деле не позволил обыграть себя Шахзо. Аккуратно на Фаруха. Фарух в центр. Здесь Хамрабеков переводит мяч на концентрироваться. Так, не договорил Пахтакора. Ну и Турсунов команду спас. Как тот самый герой, закрыв тело. Пулемет. Вот, нормальный-то удар, а. Нефчи подавливает. Вот. Подавливает соперника. Играет на опережение. Получает такие возможности. Зарабатывает штрафные. Нет, мяч у Нефчи, поэтому не свистнул Агишев. А вот если бы атак по кадастру выделили участок, а ты там ты себе не приписывай дополнительно. Скоро опасненькая игра, может быть, показалась кому-то. На самом деле и в памяти не было, потому что это не высоко поднятая нога футболиста Нефчи, а низко опущенная голова игрока Пахтакора была. Здесь Алиджонов выковырил мяч. Какая-то рисковатая пошла игра. И тащит Тохтасинов мяч. Готов пробить удар. Живой он двигается. А вот тот самый повтор с ударом Тохтасин. Куватов здесь, конечно. Нет, не свистит. Смотрим дальше. Удар поворотом Алиджонова. Ну, так себе удар. Статистику он будет занесен. Очень легко и просто. Тура забирает мяч. И наконец-таки только сейчас Танташев свистит. Останавливает первый тайм, дорогие друзья. Делает Нефчи. И в этом плане тоже преуспел. Движемся по футболистам, которые у нас принимают участие в матче. Судя по всему, замен нет. А это означает, что у Пахтакора в воротах Санджар Куватов. Четыре защитника. Хаджиакбар Алиджонов, который с мячом сейчас был и заработал. Делится. Пас налево, пас обратно.
Софиев тут, надо пропустить мяч. Софиев вырезает мяч в штрафную площадь. Очень хорошо и качественно. Первый раз был нет, а возвращает себе Нефчи мяч и напрашивается пас. Но пошел, последовал удар и неточному он вышел. Кажется, Тома Табадзе. Буламов, навес. Кувата выносит мяч, удар поворотом. Опа, и все-таки гол случился со второго раза. Кто там забил? Не Олексий ли Ларин, которого сейчас праздновать гол, но его заставили. Давайте еще раз смотреть навес. Кувата выносит мяч кулаками. Подбор, удар поворотом спасает команду Софиев. И уже Олексий Ларин здесь сильнейшим ударом, там чуть сетку не порвал, просто вонзил, воткнул, вогнал мяч под перекладину. Олексий Ларин. Это тоже, друзья, знаете, та история, когда ты выступаешь, потом уходишь из команды и внутри все-таки что-то хочешь и доказать. Ну что, зря вы меня, да? Удар заблокирован, но подбор будет за ташкентцами. Софиев в штрафную площадь отправляет мяч. Ходик! Пробил Алиджонов с левой ноги не точно. Так, Наскиков. Автокор начинал ли чемпионат Узбекистана с двух поражений? Я так вот с кондачка и не скажу. А это Алиджонов. Передача. Ой, как интересно. Вот это вот опасно может быть. 4 в 1. Пора делать передачу. Прострел. Ой. Драгон Чиран. Ну и на старуху бывает пророха. Правда, он никакой не старуха. Хотя возрастной футболист. Великолепный, классный, лучший голеадор последних, сколько там, 50 сезонов в чемпионате Узбекистана. Но вот здесь вот не попадает. Навес во вратарскую, кулаками Тураев. Чем много, моментов немного. Только контратака и удар Черана. И здесь передача не прошла. Но подбор за Бахтакором Халматов. Нет, не стал. Знаете, мне показалось, что он сейчас рванет туда штрафной, а он развернулся. А вот тут можно пробить. Но Хамрабеков на Софиева. Широко старается играть Бахтакор. Софиев вырезает мяч во вратарскую. Здесь без прорыва. Не дали встретиться с мячом. Контратаку Нефчи пытался убежать. С первой попытки не прошло, а со второй прокатит. А вроде бы неплохо. Дай мяч в центр. Там есть игрок. Да, на Турапова была передача правильная по задумке. Но исполнение подвело немного. Атака Нефчи продолжается. Пахтакор обороняется. Подбор за ферганцами. В руку. Нефчи быстро разыграл свой стандарт. Заброс во вратарскую. Куватов в итоге не сдал ее. Так, через свободную зону. В контратаку убежать. И нужно бежать. Гафуров. По нему работают. Турсунов. Заброс наверх штрафную. Здесь Азмединов на месте. Подбор за Нефчи. Готовят удар. Он заблокирован. Что там будет угловой? Нет, Джонов, Азмединов, Софиев, а это Гафуров бьет. Теперь Алиджонов. Все вот эти футболисты занимаются блокировкой ударов Нефчи. А те продолжают настаивать и вновь запускают мяч штрафную. Пахтакор сейчас исключительно занят обороной. Халматов пригодился, помог Алиджонову. Подбирает Сабирхаджаев мяч. А кто впереди? А впереди Драгон Черан. И Драгон Черан на своих длиннющих ногах потащил мяч. Прошла передача. Можно бить. И почему не пробил-то, а? Хамрабора. Так игроки Нефчи. Векторно, максимально. Ну и вот здесь вот проблема возникает у Пахтакора. На третье. А это Алиджонов почеканил мяч головой. Передачу в район на 10-метровой отметке. А там нет никого. На фланг Алиджонова, который всецело посвятил себя во втором тайме атакам. Табадзе, он штрафной. Рванул сейчас. Отчитался, конечно. Турсуну все это видел, прочухал. Ну, ладно, промолчим. Дорогие друзья, извиняйте. Извиняйте. Продолжаем смотреть. Пахтакор в атаке. Заброс штрафную. Драгон был близок. Конечно, не так. А мы что смотрим? Оп.
Танташев по призыву Кабир Хаджи Шукурулаева пошел смотреть эпизод, где Хашимов упал в штрафной. И мне это показалось исполнением. Давайте, нас сюда не пустят. Раз. Контакт, кстати, был, друзья. Я вот как-то его не заметил. Хамрабеков там контактировал. Нет, вот в первом моменте с Турсуновым не было ничего. Раз. А вот тут Алиджонов нам помешал. Да? Из-за Алиджонова мы не увидели, что там было. Прикрыл своего. Вот. Пока тот... Он на шухере стоял, Алиджонов. Видите, и Танташева тоже здесь непросто. Потому что спина Алиджонова прикрыла момент. Задел ли ногу Хашимова Хамрабеков? Мне показалось, что задел при повторе, но насколько вот это касание было таким, чтобы Хашимов там, в общем, смотрит этот эпизод с разных ракурсов. Может, тут мы увидим, а? Алиджонов, уйди, пожалуйста. Эх, Алиджонов. Никуда он не ушел. А отсюда увидим? Нет. Раз. А, контакт был, друзья. Контакт был, по ноге заехал. Вот здесь сейчас может указать на точку. И делает. И Хашимов все-таки зарабатывает один. Закончилось. Счет у нас 2-0, дорогие друзья, на 81-й минуте. Еще раз смотрим. Уверенно пробил в угол. И очень сильно Табатадзе. И Сандяр Куватов вроде как угадал, да, направление мяча. Но удар получился очень уж сильным. Да, друзья, попахивает вторым поражением Пахтакора. Штрафной мяч, удар по воротам бил, возможно, Драган Черан. Не точно, но там еще игра остановлена, потому что рефери решил, что Драган Черан правил. Исправлюсь, посчитаю. 9 минут добавил. Там воздух весь забрали. Черану не хватает. Бонащика, да, наверное? Ну, не наверное, а точно. Нивчи мяч отбирает, контратаку бы сгонять. Вот, пожалуйста, контратака. Можно поставить восклицательный знак. Удар по воротам с острого угла на ближний угол в Куватову бил. Мощный игрок. Кора продолжается. Что, опять будет загруз штрафной? Да, загруз. И как самоотверженно и уверенно играют ферганцы. Бьет Алиджонов! Вот было они классно как. Тураев-то свою команду спас. А Алиджонов... Алиджонов мог, конечно же, добавить. Вот какая была бы заварушка на поле. Ни в чем. Продолжает обороняться. Черан выигрывает воздух. Подбор за Пахтакором. Удар Черана. Все готово. Халматов штрафную запускает мяч. Удар! И у нас, друзья, концовочка-то будет. Ой, мама, не горюй. И что, спаситель Пахтакора Дастон Турсунов. И все, дорогие друзья, Танташев останавливает встречу. Пошел Дастон Турсунов с ним выяснять отношения. Ну что ж, дорогие друзья, три гола мы с вами сегодня увидели. Узбекистанская Эль-Классико.